Кто-то из великих сказал, кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. И брестницы бережно хранят память о своем земляке, герое России Леониде Константинове. Память о человеке, выполнившем с честью свой воинский долг. На родине героя прошел ежегодный турнир по волейболу. Вертолеты и самолеты были настоящей любовью Леонида Константинова. С малых лет он мечтал подняться в небо. Скромный и очень трудолюбивый, так вспоминают его односельчане. Леонид сумел сразу после школы поступить в Сызранское высшее авиационное училище. Затем служба в Грузии, Афганистане, Таджикистане, Туркменистане, Чечне. О мастерстве Леонида среди летчиков ходили легенды. В мае 2001 года, во время очередного боевого вылета, его вертолет был обстрелян чеченскими боевиками в небе над Ингушетией. Подполковник Константинов смог посадить вертолет и спасти пассажиров, но его ранения оказались смертельными. Ему было всего 40 лет. Без прошлого нет настоящего и не может быть будущего. Поэтому мы всегда помним. И пока мы помним, мы живы. Память о Леониде всегда в наших сердцах. Очень благодарна вам и всем командам, которые приезжают ежегодно на этот турнир. Спасибо вам, односельчане, что вы на этот день вы бросаете свои дела и приходите к нам, помните о своем односельчанине, однокласснике. В этот раз в родную школу Константинова приехали спортсмены из Чебоксар, поселка Ибрейси и соседних деревень. Турнир проходил в течение всего дня. В упорной борьбе игрокам столичной команды «Пограничное братство» удалось одержать победу и в третий раз подряд увезти домой главный кубок турнира. Ценные подарки получили и самый старший, и самый молодой игрок турнира. Специального приза «Возраст героя» удостоился Николай Тимофеев. Память о подвиге земляка живет в сердцах односельчан. Одна из улиц в Липовке носит имя Константинова. Мемориальная доска на здании школы напоминает новому поколению о героизме и мужестве героя России, подполковника, военного летчика. 2017 год в Ибрестинском районе объявлен годом памяти Леонида Константинова. 2017 год у нас в Ибрестинском районе объявлен годом Героя России Леонида Сергеевича Константинова. В рамках этого объявленного года мы проводим очень много мероприятий в Ибрестинском районе. Это и конкурс сочинений среди школьников, также спортивно-массовые мероприятия. Вот одно из них сегодня проходит непосредственно на родине Героя России в деревне Липовка. В этом году в Липовке наконец-то появится долгожданная современная автомобильная дорога. 2,5 километра пройдут от школы, где учился будущий герой, до его родного дома. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.